Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова рассказала, что дистанционный формат работы у всех образовательных организаций Кузбасса сохраняется до 12 апреля. Междуреченск в том числе. Областной департамент образования и науки помогает школам, вузам, техникумам и колледжам переходить на удаленный режим. Уже принято решение о переносе сроков досрочного ЕГЭ на основной период. Заявление о переносе дат экзаменов необходимо подать до 1 апреля. Также Рособнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая. На май перенесен заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, в регионе заработала горячая линия психологической поддержки. Специалисты оказывают помощь педагогам и родителям по номеру телефона 8 800 250 72 12. Добавочный 5. В департаменте отмечают, многие находятся в стрессовой ситуации. Педагоги переживают по поводу организации дистанционного обучения и нового формата работы. Родители беспокоятся об успеваемости детей. А для самих школьников обучение на дому – повод поделиться историей. Министерство просвещения запускает флешмоб. Нужно записать короткое видео с рассказом о том, как проходят ваши будни в новом режиме. Покажите, как вы продолжаете учиться, сидя за школьной партой дома, и произнесите фразу «Не волнуйся, страна, я учусь». Дальше передайте эстафету своим друзьям, опубликовав видео на странице в любой социальной сети с хэштегом «Я учусь». Не волнуйся, страна, я учусь.